Внешний вид, ты просто в шоке. Ты специально подготовилась так? Это боевой раскрас. На глазах у тебя что? Это только фрагмент видео, которое выложила в сеть одна из школьниц Канска. По словам девочки, в первый же день в кабинете директора ее отчитали за вызывающий внешний вид. Беседу она записала на телефон, затем смонтировала и больше в школу не вернулась. История обернулась скандалом и миллионом просмотров. Подожди, девушка, давайте четко говорить. Это не конфликт. Это ситуация рабочая. Девочки нормально разговаривали, никаких там этих самых не было. Перегибов. Учителям якобы не понравились синие волосы девочки, макияж и пирсинг в носу. Мама школьницы от комментариев на камеру категорически отказалась. Женщина пояснила, главное сейчас, чтобы дочь поскорее вернулась к урокам. После скандала девятиклассница ходить на занятия отказывается. Слишком сильное потрясение. Если мы все будем ходить синие, зеленые, красные, в общем-то, что будет в школе тогда? Хотя это светское образование. Да, по цвету волос, в общем-то, нет у нас там не прописано в положении, но слово «светское», «классическое» говорит уже о многом. Из-за шумихи в соцсетях историей уже заинтересовались местным управлением образования. Там рассказали, положение о внешнем виде есть в каждой из городских школ, но то, что произошло, недопустимо. Конечно же, сегодня администрация школы напишет объяснение по поводу того, что случилось, несмотря на то, что они ничего не нарушили, но тем не менее эта ситуация вызвала резонанс в соцсетях. В администрации школы также обеспокоены психологическим состоянием старшеклассницы. Она должна вернуться к занятиям и, если нужно, ей готовы оказать помощь. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5-й канал.